Привет, ребят! И сегодня я вам покажу, как сделать телевизор в Minecraft Pocket Edition. Конечно же, это не настоящий телевизор, но я попытался сделать так, чтобы он был максимально похож. И получилось неплохо, я вам скажу. Давайте сейчас выключим свет, и я вам покажу, как он работает. Мы нажимаем вот на эту кнопку, это у нас пульт, и наш телевизор включается. Показывает он только одну передачу «В мире животных», так я ее назвал, и мы, конечно же, не можем пройти в телевизор, потому что это телевизор, да, это нереально. Вот, и чтобы выключить, мы просто нажимаем на кнопку, и наш телевизор выключается. И давайте я вам покажу, как это все выглядит снаружи. Это вот механизм, он включает свет, вы на него не обращайте внимания, а это уже сам телевизор. И давайте перейдем к разборке этого механизма. Поехали. Итак, ребят, я уже сделал вот такую вот комнату. И нам для постройки телевизора понадобится приложение MKPE Master. Но можете обойтись и без него. Он нам нужен для того, чтобы взять невидимый блок. Вместо невидимого блока вы можете использовать стекло, но тогда у вас будет очень плохо видно. Если вы установите какие-нибудь текстурки, где стекло будет более прозрачным, то вполне сойдет. Итак, для того, чтобы получить невидимый блок, мы переключаемся в выживание, заходим в раздел «Объект» и здесь находим вкладку «Блоки». И вот он, невидимый блок. Мы нажимаем на него и потом на кнопочку «Добавить». Все, теперь мы переключаемся в творческий режим. И, как видите, у нас есть невидимый блок. Что ж, далее мы берем серую глину и ломаем вот здесь 5 блоков. 1, 2, 3, 4, 5. И ставим серую глину. Все, теперь пропускаем 2 блока и делаем точно такую же линию. Из 5 блоков. Вот. Далее мы берем музыкальные блоки, ломаем здесь 2 блока и также вот здесь. И ставим музыкальные блоки. Потом мы берем кнопки, ставим их по углам. Теперь нам понадобятся дубовые плиты, ставим 3 дубовые плиты вот здесь. И вот сюда череп иссушителя. Все, теперь нам нужно сломать вот эти вот блоки. И поставить вместо них стекло, ну или же невидимый блок. Ставя невидимый блок, будьте очень внимательны, потому что если вы поставите его куда-то не туда, то сломать его уже не получится. Далее мы берем красный факел и лампу. Если вы будете использовать вместо невидимого блока стекло, то эти вещи брать не нужно, потому что невидимый блок не пропускает свет. И для того, чтобы телевизор хоть как-то излучал свет, нам понадобится лампа. Мы ломаем здесь блоки, ставим вот сюда красный факел, на него мы ставим лампу и на эту лампу полублок. Вот. Если вы не используете невидимые блоки, то этого делать не нужно. Еще раз повторяю. Теперь мы выходим из этой комнаты. Берем липкие поршни, ставим 3 липких поршня внизу и наверху. Далее на эти липкие поршни мы должны поставить черную шерсть. И также черную шерсть по краям. Делаем комнату 5 на 5 блоков. Вот, вот такая комната у нас получается. Вы ее можете сделать длиннее, но шире делать ее не надо, потому что уже не будет видно вот здесь. А длиннее можете. Итак, после этого мы должны сделать стенки. Они у нас будут высотой в 4 блока.
Все, теперь мы делаем крышу. Теперь нам нужно сделать так, чтобы в нашей комнате был хоть какой-то свет. Я ставлю вот здесь вот светящиеся камни и залезаю в комнату. Вот. Давайте возьмем сейчас картины и сделаем вот здесь вот маленькие экранчики. Вот, это у нас будут телевизоры. Теперь мы сделаем столик. Ставим череп скелета и сушителя вот сюда. Это у нас будет как микрофон. Ставим две вагонетки вот сюда. Вот сюда вот жителя. И садим его в вагонетку. Все, он у нас будет вещать. Вот, и можно также сделать вот здесь дверь. Все. Выходим из этой комнаты. И давайте посмотрим, как это у нас выглядит внутри. Все отлично, смотрите, это как будто бы новость. Просто супер. Теперь мы должны поставить вот сюда вот блок и на этот блок кнопку. Ломаем вот здесь блоки. Ставим под блок с кнопкой Redstone и вот сюда повторитель. И теперь от этого повторителя мы проводим Redstone к поршням. Делаем триггер. Он у нас будет состоять из трех выбрасывателей и одной воронки. Все, теперь мы кладем вот в этот выбрасыватель любую вещь. Вот сюда ставим компаратор. Можно даже поставить его вот сюда. И ставим повторитель. И теперь проводим Redstone к нашим поршням. Мы должны поставить вот сюда повторитель и закрыть это все блоками. Теперь мы ставим вот сюда Redstone. Нам также нужно провести редстоун к верхним поршням. Теперь, когда мы выключаем телевизор, у нас будет гаснуть лампа. Когда мы будем его включать, то она у нас будет работать. Все. Давайте сейчас закроем здесь блоками, и у нас готов телевизор. Вы можете его как-нибудь украсить, и все. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот телевизор, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. С вами был Мистер Ба, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!